К 1 сентября в Ярославле приводят в порядок территории вблизи школ с учетом требований безопасности движения. Заделывают образовавшиеся ямы на дорогах, обновляют разметку, на пешеходных переходах проверяют знаки, устанавливают лежачих полицейских. За лето их оборудовали уже 38. В среду провели работу на проезде Подвойского возле школы 6. Здесь старые полуразрушенные искусственные неровности убрали, чтобы заменить на новые. Лежачий полицейский – действенный инструмент в борьбе с водителями-лихачами. Объем работ велик, то есть в настоящий момент проводится обследование всех искусственных неровностей, то есть непосредственно где уже требуется восстановление, сразу идем делаем. Работа выполняется в рамках 173-го муниципального контракта, заключенного с Ярдормостом, то есть в рамках текущего ремонта, то есть параллельно с ямочным ремонтом восстанавливаем и искусственную неровность. В городе Ярославле продолжается ямочный ремонт, но единственное, на этой неделе он затруднен ввиду погодных условий сложившихся, но во всяком случае фрезы максимально работают, то есть 0,5 по мелким ямочным отдельным участкам отрабатываем.